ТНТ представляет. Первый художественный фильм от Comedy Club. Они посмотрели все русские фильмы, взяли из них самое лучшее, сложили вместе, и получился самый лучший фильм. Гарик Харламов, Павел Воля, Михаил Галустян, Владимир Турчинский, Джек Воробей, Борис Моисеев, Саша Белый, Саша без Маши. Всем выйти из судорога! Чебурашка, какая-то бабушка, знакомая продюсера, Дмитрий Сычев, два друга Харламова, Дмитрий Нагиев, парень в очках, Армен Джигарханян, Ксения Собчак, Лера, Марика. Да ну эти какие-то стрёмные. Белоснежка! Они хотели, чтобы их любили. И их полюбили. ...24 января. Самый лучший фильм. Скоро. Везде.